тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Вітаю! Сьогодні 13 марта 2016 года. Прийшла на Масляну на співуче поле. Ось тут, де у нас обычно виставка цветов проходит. Сьогодні у нас буде Масляна здесь. З 12 часов. Вот касса. Я прийшла пораньше. І вот люди вже собираються. Вечером буде много звезд. Не знаю, каких, украинских, наверное. С утра меня водитель маршрутки насмешил. Я ехала с метро Арсенальная и до вот музея Великой Отечественной войны. Вот Родина-мать, правда, видна сбоку. Говорит, осталось два места, я захожу, он говорит, так, идите, садитесь, на украинском языке, идите, сідайте на... королевское место. Ну, как бы по-русски скажу. Почувствуйте себя королевой. Вторая заходит. А он говорит, ну, королевское место занято. Присаживайтесь на место, на лежанку. С подогревом. Я уже, говорит, ее подогрел. Так насмешил меня вообще. Сидел, смешил. Пока доехала 2-3 остановки. Так, ну что... Масляна. Сегодня, хотя, вот я сегодня загрузила видео Пирогова, вчера была Масляна. А сегодня в 4 часа, там тоже в Пирогово, говорят, будет очень-очень весело, будет дедуха сжечь. Ну, не знаю, пойду посмотрим, что здесь у нас. Может, я пожалею, что я сюда пришла, может, надо было все-таки в Пирогово пойти. Идем как на парад. Вход стоит... 50 гривен, а вчера Пирогово стоил 30 гривен. Вчера только вам похвалилась, что у нас тепло, сегодня похолодало. Давно уже такого холода не было. Плюс 1, говорят, сегодня. Вот, часы нас встречают. И вот такая ярмарка распродажа ручной работы. Если не ручной, посмотрите, это вот Печерские лавры здесь заканчивается, колокольня Печерских лавр. Ну, что-то музыка гремит вовсю. Сейчас посмотрим, какая красота. О, вот это вот интересно. С цветами. А это с розами. Бусы различные. Сколько их много. Это деревянное изделие. Забаганка называется. Красивые тут вещи. Париж. Птички. Уже все ручной работы. Мед. Пчела на дереве. Нарисована пчела. Покажу пчелку. Пчелку. Топиари различные. Ну, очень все. А бусы какие красивые, нежные. Бусы красивые, нежные. Сейчас вам покажу. Вот такие мне нравятся. А вот это вот сверху кокона. Шелкового, тутового шелкопряда. Вот это? Нет, вот это? Да. А, тутовый шелкопряд? Да. А, вот эти черные и зеленые. Вот. Видите, вот здесь видно даже вот шелковая ниточка. Да вы что? Ворсина. Красиво. Виночек. Ага. Спасибо большое. Ага. Люблю я все-таки ручные работы. Красота. Красота. Из дерева. Различные коробочки сделаны. Складывается. А это вышиванки здесь. Разные. Там красота еще на столе. Я ж скромная, да. Я ж решила никогда не рисковать. Посмотрим же то, что идет в курсе стоит.
Рубашка красивая. Различного сорта мед. Акация, дуник, лесной, липа. И керамика. Вчера. Это уже большие картины. Больше, чем вчера. А, опять шашлыки. Короче, я дымом буду наедаться. Вот работы тоже интересные. Что там? Как-то там рассказать? Нет, конечно. И уже и рот разбирала. В основном. С утра уже бабушки побывали на выставке, на масленице. Корзины какие красивые. Купола. О, медовуха. И всегда спиртной. Сегодня погода такая, что надо, наверное, немножко мужчинам. Так, ну что, подходим ближе. Даже не знаю, будет ли потом слышно. Чем ближе к сцене, тем... Это большая свистулька. И даже есть колодец. А здесь можно расположиться и покушать. А все люди по лестнице спускаются, я пойду вокруг. А здесь такая скамеечка пирожная есть. Арт-лавка называется. Вот красивая фотография получится. Сейчас я вам покажу, какая лавочка. Может, вас фотографировать? Вот. Нет, спасибо, я видео снимаю. А. Такая вот лавочка, что можно присесть на нее. А отсюда будет вид на левый берег Кива. Из-за деревьев, конечно, не очень видно. Но я вам вот покажу. Это мост Патона. Начался концерт. Буду бежать. Женщина думает, что если я сама, некому мне сфотографировать. Но дело в том, что я люблю ходить сама и видео снимать. Тогда мне никто не мешает, я смотрю. Что мне снимать? Хочу, постою немножко, хочу, иду дальше. А если кто-то рядом, то надо идти, чтобы ему тоже было интересно. Вначале я так и ходила с кем-нибудь. А сейчас даже специально иду сама, чтобы все хорошо вам поснимать. Это спеучее поле вы, наверное, видели уже много раз, потому что как только выставка цветов, сразу все... Идем сюда. Где-то раньше эта выставка цветов была только раз в году, в августе месяце. А сейчас где-то 4 или 5 раз даже. Весна, осень, лето делают красивые композиции. Я сама когда-то делала эти композиции, работая в Зеленстрое мастером. И рабочей тоже работала сама, своими руками высаживала тут цветы. Когда работаешь, конечно, очень тяжелый труд. Это сколько нужно все копать, перекопать, посеять, все высадить красивенько, чтобы получилось. О, начался концерт. Thank you.
Столы здесь поставлены, чтобы можно было кушать и сидеть, смотреть концерт. Чай, термосы все принесли. И с этой стороны тоже. И сидят, пьют чай. Кто и не чай. Партнером торговой марки Селенской, торговой марки Тетрапак. И сейчас маленькое включение с масленичного столба, если можно так выразиться. Вот смотрите, получается слева от сцены Оля Стрельцова и Влад Волошин возле масленичного столба. Привет, мы здесь, да, возле столба. Что нужно делать? Вы подождите, отдаете подарки? Я сначала скажу, что вот здесь, внизу и на сцене, гораздо интереснее. Народ действительно угощается блинами, такие теплые компании. Ну а кого-то из них, из этих компаний, сейчас будем приглашать к этому столбу. Итак, надо влезть на столб. И что? Ты добрый? Сделаю кухню. Человека на лице кофте написано Giant, гигант. Вот он гигантный. Как вас звать? А от чи подолає Євген зараз цю висоту? Євген, вам потрібно піднятися до гори і дістати от цього логотипу рукою. Очі уверенно смотрю. Три, два, один, поїхали! Не погніть стоп! Вам знайдеться спочатку. Мені здається, Євгену трохи пресніше. Підпорительний ласт, я вже кажу. Так? Ви помічниця, так як назвати? Люба, а ну підсадіть Євгена якомога вище. Як страшна українська жінка, давайте. Я виграв. Давайте, вже, я, вже, я. Надо худіти. Женя, треба принести трішки млинців, я думаю, тоді піде добре. Треба смастити. Знаєте, як кажуть, так. Хто далі? Як вас звати? Нас Саша, наступний учасник. А будемо звати для Сашка. 3, 2, 1.
Просто вот так вот здесь поехали. Так, ребята, мы, Балан, спасибо большое. Мы будем следить за развитием сомнений. Давай посмотрим. Давай посмотрим, смотри. Куда перчивый? Еще раз звали. Это Саша! Саша, откуда вы? Саша Резин. Бахмач. Саша с Бахмача. Так, все, давай подарок. Саша, вам подарок. Давай. Супер, можете. Вітаю вас. Ну, треба 7 разів сідати до столу. Попереду піст, тож маємо наїдатися, щоб впрок, як то кажуть. Разумеется, ми будемо також сьогодні зустрічати наших друзей-артистів. Артисты, друзья Русского радио Украины. И... Понятно, что мы можем шутить, мы можем создавать друг другу настроение. В общем, для этого женщины и мужчины встречаются в жизни, чтобы любить друг друга, чтобы подарить новую жизнь, чтобы создать красивые отношения. Я бы хотела вот следующую песню. У меня нету, к сожалению, бокала. Тут нам не наливают. Но я бы подняла этот бокал как тост. Тост за хороших друзей, за искренних людей, тост за нашу родную Украину. И нехай цей прекрасний масляний день буде привідом для радості, для зустрічі, для спілкування, для щирого, приємного. За вас, дорогі люди! Любовь, счастье и удачу. Просто от души, просто отдавай без адресов. Не жалей сил, не жалей слов, себя не прячь, а ты возьми от жизни все. Да сколько жизни, да жизни, знай ответ простой, надейся, верь, улыбайся. Блины. А что за начинку выбрала, Серег? Ну, в первом блине у нас малиновый джем. Малиновый джем? Да. Це значит, что ты ласунка. Так? Слушай, я знаю, что по приметам, у меня приметы... Серег, мне Наташа Давадова переписала все приметы. Вот сколько дырочек в блинах, столько детей по лавкам будет. А если без дырочек? Да, если... Так, я понял, хватит, Надя сказала. Хорошо. Так. Погоди, джем мы выбрали, давай какую-нибудь мясную, ну, начинку, что чекает, у нас? Чекает, за цим теж можна ворожити, яку начинку вибирає людина, можна судити по її, який в неї характер. Малина була так. Это значит, если малину выбрала, значит, Таня очень ждет любви. Правда? Ми тобі бажаємо малинового кохання. Малинки. Сулона будеш накладати? Так. Здесь есть у нас лосось, здесь есть курица копченая, колбаска. Серега, и много чего я еще. Я сейчас все съем. Так, получается, блины. А мы повертаемся до стола. Дело в том, что пока там все лазили по столбам, Таня не останавливалась. Она печет уже третий блин.
И у вас есть уникальная возможность, у кого-то, кто возле сцены, попробовать настоящие блины, испеченные настоящей звездой, вот прямо здесь перед вами. Я знаю, що Тетяна не тільки гарно співає, вона ще й гарна господиня. В неї чудово виходить тістечка з кремом. Наташенька, Таня попросила тебе дожарить один блин, а ви пока пойдем угостим. Ой, смотрите, сейчас будет угощение от Татьяны Пискаревой. Смотри, вон дети. Серега, да, передавай, пожалуйста. Ой, класс, смотри. Ну давай, вот дети. Значит, здесь блины с рыбой, с сыром и с укропом. Сейчас кому? Все заберут. Осторожно, взяли. Оп, есть. Так. Эксклюзивные блины от Тани Пискаревой. Кому эту порцию? Давай ребенку вот отдай. Вот. Берите. Это такой ребенок. А мы чекаем наступных зирок. Сегодня вас встречатимут. Ох, дедушка. Авиаторы. Сегодня встречатимут и вы аплодуватимете Натальці Могилевській. Она поспешает у нас с вами. И, звичайно, потом с Настей Каменских также прилетает. Так что готовьтесь. Сейчас на сцену приглашаем очаровательную нашу подругу Русского радио Украина. Действительно красивая, талантливая девушка Анюта Славская. Аплодисменты! Встречаем. Ой, добрый день, друзья! С праздником всех! Погода села так, что мы обязаны с вами танцевать, веселиться. Просто обязаны, хорошо? Чтобы согреться. А, это такой интересный конкурс, когда да. Мы будем заворачиваться. Да. А потом разворачиваться. Кто начинки сказал, холодно, холодно, ні, сьогодні так, тому що ми розігріваємо, друзі, от навіть таким способом. Отже, хто буде першим?
что нужно делать? Нужно растянуть. Давай мы покажем. Да, давай. Соня, мы покажем. Дело в том, что здесь две пары должны это делать одновременно. Ну, и кто первым встретится и поцелуется, тот и победил. Мало, тримай кінець цієї гарної тканини. Очень романтично. Жодного кольору. Я розкажу перед історією цієї пари. Олечка, ми спочатку покажемо, що треба. Давай. Я боюсь, що все, що нам придеться спуститися вниз, тому що дворим тут четверим не розвернутися. Поки ви покажете, я розкажу, що це за конкурс. Адже за давніх часів чоловіки носили кушаки. Олечка, ти тільки тримаєш, ти держиш, а заворачується хлопець, так як колись. А, я. Да. Особенность. Можно еще питание? Можно питание? Оль, да, целоваться будем? Слушай, а Влад, ты же жена твоя. Да. Ну ладно, давайте, мы не расскажем. Мы ее предупредили. Да. Итак, 3, 2, 1, Влад, пошел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так вот вы решили, да? Целоваться? Вот так. Нет. Что, Влад, теплее стало тебе? Вы знаете... Краще я залишусь тим, ким є, ніж начинкою млинця. Адже це треба, щоб було схоже на пояс, на кушак, розумієте? Більше... На пояс? Так. А на шию? Ладно, давайте першу пару. Вторая пара будет здесь внизу. Ще буквально один крок назад, ще один крок, один маленький крок. Да, вот эту пару тоже возле сцены, пожалуйста. Один крок, пожалуйста. Да. Итак. Девушка держит кушак, парень заворачивается. Галя. Какая первая пара поцелуется, те победили. Галя, вы меня чуете? Я вот тут позади вас стою. Сзади вас, да. А сколько метров это? А, все правильно, все честно. Так. Однакова тканина. Має бути пояс, як сказала да. Наталя. Готові, друзі? Ми з Кирилом керуємо, ви починаєте. Ну, ладно. 3, 2, 1, поїхали! Держи! Що ви перемогли? А разве поцеловали, що ти? Діма! Так, учасника повезло, що слушайте. Во-первых, вам, как победителю, подарки от наших партнеров, от торговой марки «Селянське» и от торговой марки «Тетрапак». А вы заждались? Посмотрите, какой красивый! Доброго дня, шановні! Доброго дня! Хочу попросити вас прощения, если словом обидел. Или как-то обидел, в моем лице прошу прощения моя семья, потому что для всех православных сегодня такой день. Дай Бог, чтоб с легким сердцем, кто постится, пошел в этот пост, познать себя, внутри увидеть Божие благословение. А сегодня радуемся на этом намоленном месте, спевочее поле. Здравствуйте в 2016 году! Очень сложная песня. Айнене, поехали. Даю. Ай, тату ванёна, ромале. Вань, маленький, канали Денцига. Можно по нашему очень тереть, да? Ай, да. Ай, Ваня, маленький сыгран. Ай, Ваня, шапочку легенду мне на масленицу с собою прилепи. Ай, дай-де, ой, дай-де, ой, дай-де. Ой, дай-де, ой, дай-де. Как зовут тебя? Зовут Наташа. Оля, Мовзес, песню про Олю. Выпьем мы за Олю, Олю дорогую. Свет еще не
создал красавицу такую. Оля, ты здесь, Оля, я здесь. И где мы вместе? Дамы, 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 дамы. Аня шапать у тебе купил, свою походочку румалы изменил. Итак, господа, 2016 год. Сегодня мы все вместе на прощальное воскресенье, где мы прощаем друг друга на Масленице. Ура! Не дел. Ну, вы понимаете, что тема уже любви идет, раз о жарке заговорили. Поэтому я с удовольствием подарю песню, которую вы прекрасно знаете. Называется эта песня «Игрушка». Споем? Поехали! Парни, приглашайте своих прекрасных цветочков. Садовники! О, класс! Горка! Я солнце кладу в карман, и снова ночной туман за мной по пятам хвостом, а я не спешу в свой дом. Не бойся, один не пью, вместе с вами блины печу. Она мне поет, love you, а ты говоришь, не люблю. Попробуем! Проснуться любимым тобой, а где? И не важно, проснуться любимым тобой, хотелось одна. Давайте скорее петь, выбирая начинку для блинов. Проходи. Скажи мне, пожалуйста, ты сам умеешь печь блины? Ну, рыбу жарил и так, ну сейчас попробуй. Смотри, вот, как раз вот так. Есть жидкость для печки, и вот, собственно, все здесь готово. Господи, да поможи. Так, чтоб первый блин комом не был, это знаете, как... Так, значит... Скажи, пожалуйста, пока ты печешь, ты какие начинки любишь? Ну, вот лично ты, что ты предпочитаешь? Я мясной человек, вот я сейчас готовлюсь туда. Специально для тебя есть мясо. Що я можу сказати? О, домашні колбаски. Якщо чоловік обирає начинку м'ясну, це означає, що він забезпечений, наречений, спокійний та дбайливий. Пока Петя жарит блины, я вот здесь уверен, что именно Наташа могла знать вот такой уникальный факт. Она ждала, кто же выберет мясную начинку. Здоровый мужской бизнес. Он о других думает. Он же сейчас с семинаре будет угощать всех присутствующих. В качестве начинки Петя использует жареные колбаски, копченую курочку и зелень. И чем больше зелени, это означает, что у гаманти также человека немало зелени. Итак, по просьбе Натальи Даватовой и Оли Стрельцовой мы очень просим. Разбавляем нашу родийную компанию красивыми, стройными, накачанными мужчинами. Парнями, ну что так. Готовы? Группа «Авиатор»! Спасибо. Здравствуйте! Добрый вечер, друзья. Добрый день. Мы шутили, добрый вечер. Добрый день, друзья. Холодно. С праздником, с Масленицей.
Простите нас за все, что мы сделали и не сделали. Простите друг друга. Посмотрите в глаза. Немножко греться. В поисках мы причин, ну как?